сегодня, к сожалению, на Донбассе нет никаких условий для выборов. Их нет. И мы не будем проводить выборы для того, чтобы там легитимизировать Гиви, Моторолу, Захарченко и Плотницкого. Такие выборы никому не нужны, они ничего не дадут. Нам нужны выборы, на которых мы сможем избрать представителей Донбасса, конечно же, это наша территория, но только для этого сначала мы должны получить контроль за государственной границей. Если не украинские пограничники, то хотя бы полицейская миссия ОБСЕ. На этой территории должен действовать украинский закон, вещать украинские каналы, в том числе телеканал Интер, работать украинские партии, все без исключения. И тогда мы должны контролировать там правопорядок. И тогда, и только тогда мы сможем провести выборы. А иначе какие же будут выборы, если у участка будет стоять боец российского десанта с автоматом. Мы уже видели такой референдум в Крыму, так называемый.